Всем привет! Мы снимаем новое видео для нашего плейлиста «Вяжем, творим, вытворяем». Там в основном только наши с Лерой работы. Маленькие у нас еще пока только рисуют, лепят. Рукоделок у них пока еще нет. Сегодня у нас Лерина работы. Вот эта вот работа «Зайчики». Мамочка и ребенок. Это ко дню матери на конкурс. Нас попросил преподаватель из кружка, чтобы Лера сделала какую-нибудь работу. Она решила, что шить ничего не будет, она свяжет. Так, сейчас поближе, может увеличить как-то, Лера. Вот. Какая пряжа была использована? Детская. Что ты шепчешь? Детская новинка. Так, пряжа от Пехорки, детская новинка. Акрил 100%, в 50 граммах 200 метров. Я помню наизусть, потому что я продавец пряжи. Так, атласные ленточки. У зайчика атласная ленточка в горошек. У мамочки репсовая ленточка 12 миллиметров. Это ж так, кому-то надо, если подробно. Вот она еще не опалила, она боится зажигалкой пользоваться. Сейчас мы или папу попросим, или я найду, опалю ей. Так, размер игрушечки. Ну, чуть больше 20 сантиметров у большой игрушки. И где-то сантиметров 16 у маленького зайчика. Сколько по времени у тебя ушло на эту композицию? 2-3 дня. 2-3 дня. Ну, это, конечно, не целыми днями она сидела. Так, давай хвастайся дальше. Она тут еще... Пока каникулы, еще чего-то повязала. Так. Это на Хэллоуин, что ли? Это привидение. Привидение. Вот. Ну, мы не празднуем этот праздник. И я не знала, что Лера будет вот это вот вязать. Так-то он, конечно, миленький. Но я не знаю. Не наше это, не наше. С нечистью нужно быть подальше от нечисти. Уважать ее нужно. И не трогать, чтобы она нас не трогала. Так, дальше что у нас? Сердечко. Да, вчера мы приехали с Москвы, Лера жаловалась. Первая заготовка от этого сердечка была испорчена Егором. Егор постриг ножницами. Дальше давай, что там у тебя еще? Так. Это что? Вафелька. Так. А чей мастер-класс использовала? Ничей. Сама придумала, что ли? Да. Такая вот. Почти печенюшка. Вафелька. Дальше что там у тебя еще? Это зефирки. Зефирки. В общем, проба пера. Так, ну это вот не детская новинка. Это другая пряжа. Это какая пряжа, Лер? Я не знаю. Это которую я туфельки вязала? Нет? Вроде да. Значит, Milk Cotton. От Color City китайская пряжа. Там акрил и... Акрил на молоке, по-моему, что ли они называют ее. Уж не знаю, насколько там это молоко добавлено. Но очень приятная ниточка, не скрипучая. Не хуже по качеству, чем джинс от Yarnart. Или Cotton Gold от Elize. Более тоненькая она такая. Так, что, все, работы кончились? Вот такой у нас маленький обзорчик. В общем, наши хвостушки небольшие. Маме пока нечем похвастаться. Мама вся в работе. Мы с отделом переезжаем. В этом же здании мы остаемся, но переезжаем с первого этажа в цокольный этаж. Там у нас складское помещение будет чуть-чуть побольше, чем было на первом этаже. Так, ну что, будем заканчивать. Всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Мы не обидимся. Мы все адекватно воспринимаем. Всем хорошего настроения.